6 трубочек должны быть влажные. Очень хорошо они будут гнуться. То есть нам нужно будет взять вот так вот в серединке, согнуть все 6. Теперь трубочки нужно немножечко приплюснуть. Все, и теперь начинаем соединять трубочку. Складываем, вот так держим. Вторую накладываем поверх нее. Сразу же так вот прижимаем. Трубочки должны быть все время друг на друге, вот таким образом. Следим за этим. Так, вторую поправляем. И теперь берем третью. Она у нас идет поверх второй и заходит внутрь первой, вот сюда. Формируем треугольничек. В этих местах прижимаем сразу. Вот первый треугольничек готов. И теперь внутри первого треугольничка формируем второй. Накладываем ее на вот эту трубочку сверху и заводим внутрь вот этой. Здесь хвостик оставляем, потому что сюда у нас будет заправляться последние трубочки. Так, теперь так вот переворачиваем. Следующий этап. Берем вторую трубочку. На следующем этапе мы уже заводим трубочку на ту, которую мы сейчас проводили вниз. Теперь мы заводим на нее сверху, также сверху на вторую. И заправляем, опять же, вот за эту трубочку внутрь. Вот начинает формироваться второй треугольничек. И теперь вот так переворачиваем. Вот нам остается последнюю вот сюда провести. И здесь уже мы накладываем на эту, на вторую и проводим внутрь под третьей и под четвертой. Смотрите внимательно. На первую, на вторую, под третью и сразу же под четвертую. Здесь на последнем этапе будьте очень внимательны. Вот сразу же поправляем и смотрим, чтобы два треугольничка у нас сформировалось. Тогда будет понятно. Вот, когда вы два треугольничка сформировали, то сейчас нужно будет проверить на всякий случай, чтобы исключить ошибку перед тем, как цветочек затягивать. То есть у нас две идут поверх трубочек, а две внутри. Все трубочки у нас лежат правильно, и теперь потихонечку начинаем стягивать внутрь. Здесь вот, когда уже подошли к серединке поближе, также их все поправляем, чтобы они все были на одинаковом расстоянии. И теперь уже начинаем стягивать.
Стягиваем так, чтобы в серединке не осталось просвета. И в конце здесь уже очень тяжело затянуть, поэтому вот так вот уже делаем со всей силы. Все, цветочек я выровняла. Его еще нужно вот так приплюснуть сверху, чтобы он был более плоским. Также обязательно с обратной стороны тоже поправьте и сделайте его ровненьким. Цветочек получился замечательный и послужит прекрасным началом плетения донышка.